24-летний житель Бердска в ходе конфликта нанес своему оппоненту тяжелые травмы. Мужчина скончался в реанимационном отделении Бердской горбольницы на следующий день. Подробности далее. Инцидент произошел в микрорайоне Бердска по адресу Рогачева, 1. После распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта 24-летний бердчанин нанес своему 45-летнему оппоненту несколько ударов табуреткой по голове. Следователь следственного отдела по городу Бердск следственного управления по факту обнаружения тела 45-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. На следующий день бердчанин скончался в отделении реанимации Бердской горбольницы. За март 2018 года в нашем городе произошло как минимум 3 случая, когда после пьяных разборок погибли люди. 14 марта в квартире по улице Карла Маркса был обнаружен труп мужчины с множественными телесными повреждениями. А на следующий день в общежитии на Попова 35 56-летний бердчанин нанес удар ножом 44-летней женщине, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Во всех случаях виновник скрылись с мест происшествия, однако все они были задержаны и помещены в следственный изолятор. Именно там они будут ждать решения суда, который навряд ли проявит к ним снисхождение.